Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского округа приглашает всех жителей муниципалитета принять участие в областной благотворительной акции «Елка желаний» по сбору подарков детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, социально опасное положение. Принимаются игрушки, сладкие подарки, детские книги, школьные принадлежности, спортивный инвентарь, елочные украшения. Каждый может внести свой вклад в доброе дело.